Привет, Роттердам! В седьмой раз мы приезжаем на джаз-фестиваль North Sea Jazz. И в этот раз я решила поснимать отрывки и поделиться с вами опытом зрителя на этом фестивале. Если вам интересно то, что происходит там внутри, интересно заглянуть на несколько концертов и побывать немножечко вокруг фестиваля, не отключайтесь, продолжайте смотреть это видео. В Голландии прекрасно развита транспортная система. До Роттердама от аэропорта Схипхол в Амстердаме можно доехать на поезде за 20 минут. Ну и по городу можно передвигаться на метро, на трамваях, на автобусах, несмотря на маленькие размеры. Отель лучше выбирать на станциях Берс, Левехавен или Вильхельминаплейн, чтобы вы быстро могли добраться до места проведения фестиваля. В этот раз мы в отеле Энхау, это первый опыт здесь. Подкупила возможность взять номер с видом на Эразмусбург, на реку Маас, наблюдать за тем, что происходит на реке, как иногда разводят секции моста. Ну и номер, вот он весь вот такой прозрачный. Очень много света. Из любой точки можно наслаждаться видом на город, даже во время того, как принимаете душ. Такие фишки во многих отелях делают, где видовые номера. Вот, с первого взгляда все очень нравится, потом обнаружились некоторые недостатки, но все время мы успокаивали себя тем, за то, какой у нас шикарный вид. Просто не оторваться. Обычно мы останавливались в отеле через мост отсюда и смотрели на то здание, в котором находимся сейчас. Оно такое очень интересное, является одной из основных достопримечательностей Роттердама. Сейчас будем смотреть вот туда, на отель Mainport Design и Intel Hotel. И практически все постояльцы отеля в эти три дня – это те, кто приехали на North Sea Jazz. Видите, роттердамское водное такси и огромный международный лайнер. Мы находимся в порту, куда они приплывают, где стоянка. И мы каждое утро видели какой-то новый гигантский лайнер. Типичное утро в отеле. Большинство постояльцев — это гости фестиваля. У нас даже играет диджей здесь. Можно выпить шампанского прямо с утра, многие этим пользуются. И потом, наверное, пару часов мы посвящаем тому, что изучаем расписание фестиваля. Вот вы видите эту таблицу в онлайне. Слева площадки, названные именами рек, справа время и название артистов, кто где выступает. И каждая эта ссылочка кликабельна, то есть вы нажимаете на название исполнителя, вас переводят на страницу с небольшой информацией. Обязательно ссылка на Spotify, можно послушать. Иногда есть видеоролики, они что-то о себе говорят или это отрывки выступлений. И мы выбираем, отмечаем для себя, во что мы хотим погрузиться глубже, кого мы обязательно хотим услышать. И выдвигаемся на фестиваль. Движение по площадкам фестиваля – это своеобразный квест. Помимо концертных площадок, здесь еще много торговых всяких штук, есть место, где купить еду, выпивку. Все продается за вот эти вот токены, жетоны, которые вначале можно купить в автоматах. И быстренько ориентироваться, где что находится, как туда удобнее пройти, занять место, если выступает кто-то знаковый. И мне очень нравится, что здесь всегда все начинается четко. Ровно в то время, когда это заявлено. Thank you.
Это было впервые, когда я исполняла эту композицию за 50 лет. И это было похоже на то, будто бы я учил новую музыку, несмотря на то, что я сам ее написал. И каждый раз, когда я исполняю эту музыку, на самом деле, тогда это было всего лишь второй раз или третий раз, может быть, люди, музыканты, с которыми мы вместе создаем эту музыку, они очень помогают этой музыке расти. И поэтому я вижу, что некоторые вещи просто необходимо продолжать делать. И я обязательно буду продолжать это делать, и я не думаю, что я буду ждать еще 50 лет. Я надеюсь, вам понравится. Thank you.
go.
Сниму немножко тут арт. Прелесть North Sea Jazz в том, что здесь, помимо музыки, еще куча всякого интересного народа, красиво одетого, есть всякая еда и арт обязательно. Какие-то картины, инсталляции, местами глупые, какие-то непонятные, местами очень классные, вообще просто потрясающие. То есть это такой multi-dimensional experience вполне себе. Ну, я уже молчу о том, что здесь очень классно все устроено, все очень четко, все вовремя, все там, где написано, без всяких сбоев, без всякого идиотизма. Здесь есть люди, у которых на спине написано crowd manager. Так, вот какие-то очень фактурные. Холст изначально сам по себе. А, это не холст, это металл. Можно сразу купить, кстати. Классно смотрится очень. Так, такой вот предмет интерьера. Дизайн должен быть практичным. Никакие землетрясения не страшны с таким.
заблудиться. При входе в отель.